Всем привет, с вами мистер Чизер, и вы смотрите мой Just Play канал. Я продолжаю проходить игрушку по названием Saints Row 2, и судя по всему, это последняя миссия против детей Самоди, и мы займемся уже наконец вот этой вот обширной, здоровенной территорией с аэропортом, который мы потом и купим. Но я, конечно, еще куплю жилье в университете, которое никак не могу купить из-за того, что выполняю задание, хочу побыстрее эту игру пройти. Но неважно, судя по всему, это последняя миссия против детей Самоди, а потом мы займемся братством, познакомимся с ним. И они не такие уж и плохие ребята, но их лидер довольно интересный. Но это мы потом уже узнаем. Давайте возьмем себе напарника. Редко мы с напарниками сражаемся. Так, у нее есть... У нее даже есть оружка неплохая. МП-5 вроде какой-то. Укороченная версия. И давайте начнем миссию. О, Шаунди. Решила форму набрать. Suit yourself. I'm surprised you can run 5 minutes without coughing up a lung, let alone 5 miles. I'm full of surprises. Then surprise me and tell me how we're gonna take out the general. Well, that creep's always riding around in that limo of his, right? Yeah. So I figure the easiest way to find him is to go and tap into the traffic cameras at the police station. Ну это самый трудный способ. I don't know if easiest would be the word. Ну вот именно. All right, so it's not the easiest way, but it's the quickest. Besides. Ну быстрый, да, согласен. Are you high, or do you not remember the part where I told you I wasn't gonna babysit you? Okay, so you're gonna hack into the traffic cameras then? Yeah, that's what I thought. Let's go, boss. Уделала нас чуть-чуть, Шаунди. Уже переоделась. Так. Где ты найдешь маскировку? Ой, еще время идет, ё-моё! Господи. Погнали. С дороги! Банда едет. О, черт, поворот не тот. Там сейчас на автостраду. Поехали. Так. Не помню эту миссию, вот хоть убейте. Игру эту проходил раз 5 или 6, не меньше, но вот миссию эту я не помню. Я помню последнюю миссию за Ронинов, я помню последнюю миссию за Братство. Но за сам эти последние миссии я не помню. Давай едь, что ты остановилась. Еще и тут и время идет, блин. Ну ладно. Думаю, успеем. Так, нитро у нас нету. Тут не как в третьей части, тут все за подработки открывается. Ну, то есть дополнительные там бонусы, плюшки. Например, чтобы в каждой тачке было нитро, то надо какую-то подработку выполнить по максимуму. И тогда откроется такая плюшка. Или вроде такой плюшки тут даже нет, я не помню. Ну, короче, здесь все бонусы такие мелкие и приятные открываются за выполнение подработок. И в основном, когда мы выполняем подработку на максимум. Так что, думаю, вне записи мне стоит пройти несколько подработок и похвастаться своими результатами позже. Так. Машинку нам довольно интересную дали. Нападите на ремонтный вэн. Ну, нападите, это я понял, в каком плане. Так, ну, чисто забрать его, да? Ну да, оригинальные мы ребята. Хорошо. Приехали. Так, надо паркануться так, чтобы, ну, не вызывать подозрений. А, мы еще переоделись, такие нормальные. А, ну, это не совсем похоже на работягу. Ну, ничего. Мы просто ее как заключенную ведем, наверное, да? The thing. We're here to fix the computers in the monitoring station. God, there's always something acting up in this place. The monitoring station's upstairs. Штуки. Сказал, блин. Как туда пробраться, не ломая стекла? Ага, окей. Побежали, побежали. Этаж 2, этаж 3, этаж 4, судя по всему, да? Черт.
Кого мы там потеряли? Шаунди, беги давай. Ты что, там на беговой дорожке занималась? Давай бегай. Так, этаж 4, вот нам сюда. Погнали. А, черт, нас засекли, что ли? Ну, судя, да. Судя по всему, что мы взяли с собой братка. Кажись. Думаю, мы их тут сдержим. Так, то вот наша подруга сдержит, думаю, противничков. Давай, ты же справишься. Да блин. Все, готово. Давай заканчивай. Мне тут уже надоело. Так, это еще против нас, обалдеть. Случайно по ней попал слишком много раз. Ну ладно. Все равно она мне не нравилась. Так, жатвы нет, это плохо. То есть коктейль молотов. Подкинем-ка один туда. Чтоб им совсем весело стало. Шаунди, какого черта, где? Блин. Лол. Какой наполовину? Давай доделывай уже. Обалдело. Долго. Ну. Шаунди. Пристрелю к чертям. Давай. Побегать по участку. Нет, ничего интересного нет. Эх. Тут дверцу открыли. Заберем-ка у них оружку. Она нам еще пригодится. Так. Собираем патрончиков. Ты го... А, ну что ж ты такая медленная-то, а? Да ладно. Пошли. Так, извините. Немножко задумался. Черт, у меня с собой еды нет, это плохо. Восстанавливаемся. Идем вниз. Причем быстро-быстро. Какого черта эти стекла разломать нельзя? Ладно. Потом буду удивляться. Выходим. Дамочка, извините. У нас с вами немножко не сложилось. Я думал, мы поладим. Твою мать. Твою мать. Вот и куда мне лахать? Фак! Ублюдки! Не по-мужски поступаете. Садись. Садись в машину, дура. Садись. Погнали. Вот, под музыку такую прям мозгоубивающую. Погнали. Наша главная задача сейчас доехать до нашей базы. Блин, да что такое? Мне кажется, это не последняя все-таки миссия. Придется нам надо... Что происходит? Какого черта? О, черт, БТРы. Я думаю, нам придется еще этого Саншайна в следующей миссии убивать, а не в этой. Ну это 100% так.
Нет, я уже доехал. Главное в кружочек наступить. Все, миссия завершена. Да. We got a truck full of electronic shit that I don't know how to use. I want you guys to help unload the truck. Кстати, нашу базу немножко улучшили уже, если вы заметили. Немножко отреставрировали. The moment someone sees that fucking limo, I want to know about it. Let's get to work. This is gonna work, right? Probably. Наверное. You had me break into a police station for something that would probably work? Well, you know, I thought it would be good times. Thanks, Shondi. Anytime. Надо броневик лучше украсть, от него было бы толку больше. Наш герой главно мыслит, то есть правильно мыслит. 25 тысяч дали, ни хрена себе. Щедро так прямо, я бы сказал. Давайте спустимся, наверное, к нам на базу, посмотрим, что там сделали. Как там все отреставрировали, все-таки мне это очень интересно и классно. Посмотреть, как все улучшают. Кстати, заберем наши тут пожитки. 7 тысяч. Все-таки ни много ни мало. Но деньги. Наши там пляшут, на наш район нападают. Отлично. Это пришел базу осматривать. Балгоним. А, тут я не гляну. В общем, статую постепенно реставрируют. Потом ее немножко переделают. Пока вообще. Что это такое? Деревяшки какие-то. Ну, смешно. Но потом она будет классная. Такая, какую вы могли видеть в третьей части. Так, и давайте поедем за... Ага, стоп. Прямо этот район. Ну ладно. Без проблем. Да, самую главную базу нападают. А, вот еще у Самоди райончик. Так сказать. Так что да, будет еще одна миссия. Обидно. Я уже хотел закончить с этой... Укуренной бандировкой. Блин. С укуренной бандой. Хотел сказать, бандой и группировкой одновременно. Ну да. Блин, да что ж за лаги-то ужасные. Кстати, купим давайте магазины. Не нужно забывать про то, что магазины нужно покупать. Все-таки от этого польза есть. Ну какого черта? Вот не надо было вот это... А, фак. Да просто жесть сейчас происходит. Ребята, спасайте. Надеюсь, после завершения миссии там все успокоится, уляжется. Так. И последние пацаны где-то... О, это вы тут зря. Менты, отъедьте, вы что, сдурели? Фу. Им не повезло, что они возле... Заправки были. Слишком легко их там было убить. А, все, отстали. Наши тут веселятся. Да ё-моё, ну что за... Отвалите, мудаки! Так, где миссия? Самая последняя. Странно, не вижу. Так, где тут у нас фильтры? Миссии. Крепости? Нет. А где последняя миссия Самоди? А, вот здесь. Ну все. А, у нас не хватает еще авторитета. Вот это обидно. Ну и на этом, наверное, с вами прощаюсь. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Ну и забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание. И пока.